8 сентября в столице Колымы прошли дополнительные выборы депутата Магаданской городской думы 6-го созыва. Свой голос жители одномандатного округа дали на двух избирательных участках – в Магаданском областном центре образования номер 1 и в гимназии номер 24. Избирательные участки начали свою работу в 8 часов утра, и в течение 12 часов жители города смогли проголосовать за кандидата, которому они доверяют. На момент 12 часов проголосовало 4% избирательного округа. Комиссия продолжает работать в штатном своем режиме. Выборы имели свои особенности. О них стало известно относительно поздно, в конце апреля, и они не сопровождались выборами более высокого уровня, например, губернатора. Муниципальная избирательная комиссия отмечает, что этим выборам характерна напряженная предвыборная борьба кандидатов. Победитель выявлен. Вот это представитель «Единой России» Атыков Рафаэль Рашитович, который, если иметь в виду относительные показатели, набрал почти 39% голосов. На втором месте оказался представитель «Справедливой России», который получил 30,5% голосов. На третьем месте кандидат от КПРФ, которая получила 28% голосов. Ну и на последнем месте представитель Либерально-демократической партии. Явка составила не более 8% от общего числа зарегистрированных избирателей, проживающих на территории 6-го одномандатного округа. Отдать свой голос пришли примерно 400 человек, что является низким показателем. Тем не менее, выборы считаются действительными и состоявшимися, и уже через пару дней муниципальная комиссия установит общие итоги голосования. Только после этого победивший кандидат получит полномочия депутата Магаданской городской думы и станет ее полноправным членом.